Друзья, всем привет! Последнее время слишком много вопросов в комментариях, куда делась внутренняя память на моем смартфоне Xiaomi. При покупке телефона памяти было достаточно, установил несколько приложений, больше не устанавливал, но внутренняя память все уменьшается и уменьшается. И почему ее со временем становится все меньше и меньше, даже если не устанавливать дополнительных приложений, даже если фото и видео перекачивать на компьютер. И даже некоторые пользователи сталкиваются с вопросом, что приходит новое обновление по воздуху, но внутренней памяти даже не хватает, чтобы обновиться до новой версии MIUI. В этом видео расскажу, куда уходит внутренняя память, даже если вы не устанавливаете новых приложений. Также расскажу, как ее очистить, что удалять можно, а что нельзя. Всем приятного просмотра. Чтобы было более понятно, буду сразу показывать наглядно. Заходим в настройки. Далее меня интересует пункт приложения. Далее захожу в все приложения. Тут отображаются все установленные программы, как те, которые мы устанавливали, так и системные. Если я зайду в приложение, давайте посмотрим на примере Google Chrome. Интересует пункт «Память». В пункте «Всего» здесь отображается, сколько всего потребляет память это приложение. Далее «Приложение» — это непосредственно сколько занимает сам Google Chrome. Далее данные, здесь как раз таки настройки, аккаунты, которые мы вводили. И далее кэш, для более быстрой работы приложений, для загрузки определенных страниц, здесь собираются временные файлы. И со временем их становится все больше и больше, и память телефона соответственно уменьшается. Можно нажать кнопку «Очистить», но тут важный момент, если мы нажмем «Просто очистить», то мы удалим настройки приложения, введенные аккаунты, все данные в этом приложении. И в последующем при запуске такого приложения оно будет запускаться как будто новое, как будто только установленное. И придется по новой делать все необходимые настройки, вводить повторно необходимые данные. Этот вариант нам не подходит. А вот как раз таки, если мы нажмем «Очистить кэш», то мы почистим эти временные файлы, то есть кэш, и освободим внутреннюю память на телефоне. Так, и вернусь на шаг назад, вот у меня, допустим, 70 приложений установленных. Можно пройтись по этому всему списку и посмотреть, где вам не нужен кэш, и его очистить. Тем самым освободится внутренняя память телефона. Но есть намного более быстрый вариант. Смотрите, заходим в настройки телефона, после о телефоне, после интересует пункт хранилище. Здесь у меня отображается вся моя внутренняя память. И есть как раз пункт «Данные кэша». И вот на моем телефоне на текущий момент 589,71 мегабайт данных кэша во всех приложениях, которые у меня сейчас установлены. Нажимаю на этот пункт, и есть возможность сразу во всех приложениях очистить кэш. И вот на примере моего телефона внутренней памяти сейчас у меня доступно 108,9 гигабайт. И после очистки, как мы видим, у меня внутренней памяти стало больше ровно настолько, насколько я почистил кэш. Это мой второй телефон, которым я крайне редко пользуюсь, и это скопилось буквально там за пару недель. И кстати, можно еще освободить дополнительно память. Опускаюсь вниз, пункт «Очистка», запускается приложение очистки, оно сканирует и предлагает вам еще очистить дополнительную память. Но если посмотреть на моем основном телефоне, то здесь уже данные кэша занимают 1,38 гигабайт. Это буквально за месяц, я не скажу, что тоже супер активно пользуюсь этим телефоном, и вот столько внутренней памяти я могу освободить на своем телефоне, нажав на этот пункт и нажав ОК. И если опуститься вниз, тоже можно воспользоваться очисткой, это приложение просканирует систему и предложит дополнительную очистку. На этом все, друзья, пишите в комментариях, сколько удалось очистить внутренней памяти у вас. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком, всем пока!